Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Начать, пожалуй, мне хотелось бы со следующего. Не совсем очевидно для меня, по крайней мере. А чего вы хотите? Ну, от психологов в данном случае. То есть, вот, вы свой вопрос задаете, я понимаю. А хотите-то чего? То есть, вы думаете, что если вы вот сейчас описали свой вопрос. А вы думаете, что этого достаточно для того, чтобы вам помочь или как? Просто, на мой взгляд, не совсем, на то время, совсем недостаточно, как мне кажется. Вот. Потому что нет практически никакой информации о вашей личности, нет информации о вас самой в целом, к сожалению, и как бы это не может не влиять несколько. Вот, поэтому давайте все-таки немного с вами определимся с вопросом, да? Вот. Какой у вас вопрос к психологу? Вот. А запрос какой? Хотите, чтобы деньги не уходили? Хотите, чтобы потребности удовлетворялись? Еще чего-то хотите? Вот. То есть, давайте вот постараемся конкретизировать эту историю. Вот, потому что мне кажется, что вы находитесь уже немножечко в таком состоянии, когда вот подобных ситуаций в жизни вы можете получать некоторую вторичную выгоду. Вот. И это вторичная выгода, она вполне может вас удерживать от того, чтобы, ну, чтобы из этого круга выйти замкнутого. Вот. И, соответственно, вам, конечно, приходится тяжело, потому что вы вроде хотите из этого, ну, в смысле, чтобы изменилось что-то, вы хотите, да? Вот. И в то же время, как бы, не получается у вас, ну, не получается у вас ничего, в этом смысле. Вот. Поэтому, как бы, тут вот нужно, на мой взгляд, несколько более подробно это рассматривать. Вот. Как мне кажется, то, о чем идет речь в вашем тексте, это про попытку заполнить свою пустоту чем-то. Вот. И про какой-то степени хаотично, невнимательно удовлетворение своих потребностей. Вот. Но каких именно потребностей вы, вероятнее всего, не знаете. То есть, какие конкретно потребности?
вы пытаетесь удовлетворить, вы не понимаете. Вот. А вот вы пишете, что значит, постоянно появляются новые, новые потребности, что-то купить для себя. Вот, а вам бы здесь поразмышлять, что это для меня значит. Что я хочу? Вот эти услуги, да, или вещи. Дело в том, что услуга и вещь, это, знаете, скажем так, символ желания, но не его содержание. Вот. А содержание своего желания вы можете даже не знать. Поэтому с этим нужно разобраться. Вот. И когда вы будете четче понимать, какую проблему вы пытаетесь решить, вам будет легче, более точечно свои желания удовлетворять. Сейчас вам это делать сложно, по понятным причинам. Вот. Ну, не только вам, в общем, да, было бы сложно это делать, любому человеку было бы это делать тяжело. То есть это нормально. Абсолютно. Ну, просто чтобы вы вот как-то понимали этот момент. Вот. То есть это абсолютно нормально, что вам тяжело, что у вас не получается удовлетворить свое желание. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, это нормально, абсолютно. Дальше. Значит, вы пишете следующее. Почти всегда это просто оказывается выброшенные деньги. На базовой потребности бывает из-за этого не хватает. Я начинаю себя грызть. Ну, мне кажется, что в известной степени вы себя наказываете. Вот. А вот вы себя наказываете как раз-таки. Вы себя наказываете, чтобы чувствовать себя несколько лучше. То есть я должна, говорите вы, себя наказать, вот, чтобы чувствовать себя, например, предельно ясно, вот, чтобы чувствовать себя предельно понятно. Вот. И тогда мне будет, скорее всего, спокойно. Вот. Ну, правда в том, что добавка требуется еще и еще. Вот. Правда в том, что вам нужно себя наказывать снова и снова, вот, к сожалению. И вы будете это делать до тех пор, пока не разберетесь вот, получше в себе, вот, в том, что вам хочется, в том, что вам нужно. Вот. Сейчас у вас, как мне кажется, сделать это не получается. Вот. И для этого вам
собственно, нужна помощь психолога, как раз, вот, чтобы лучше себя понять. Вот. Ну, это, опять же, мое мнение. Вот. К сожалению, вот тут это чувство вины, которое вы описываете, оно является, скорее всего, результатом манипуляции. То есть, вы в какой-то момент оказались подвержены манипуляциям со стороны кого-то. Вот. И, в общем и целом, это привело к тому, что сейчас вы себя грызете как раз. Вот. Я бы здесь, конечно, предложил бы посмотреть на то, как именно вот, ну, манипуляцию вы проживаете, как именно вы реагируете на попытки манипулировать вами. Вот, это, мне кажется, достаточно важный момент. Если вы хотите себе разобраться, конечно. Вот. Ну, типа, если хотите, да, если не хотите, то, ну, соответственно, можно, в принципе, как бы жаловаться, да, можно, в принципе, можно как-то вот просто сожалеть о том, что произошло, ну, или о том, что происходило с вами. Вот. И все, и в итоге ничего не изменится никак. Вот. Поэтому тут исключительно вам, как мне кажется, решать. Вот. Надеюсь только, что вот решение вы примете, ну, верно, да, как бы. Надеюсь, что решение вы примете, но максимально адекватно. Вот. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать и ответить сейчас, ну, сейчас вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения вот моих, да, каких-то ценностей, вот, и так далее. Вот, я хотел бы пожелать вам удачи, я хотел бы, чтобы вы решили свои проблемы, постарались, по крайней мере, их решить. Вот. А я не думаю, что это так уж так тяжело, я не думаю. Вот, я думаю, что если, вот, ну, если вы над собой поработаете, вот, то можно будет решить эту проблему. Вот. Ну, как мне кажется, вам нужно
ну, подтвердить или опровергнуть свою готовность что-то делать. Вот. Ну и при этом понимать, что ваша потребность – это важная история, ваша потребность – это ценная история. Ну, вот, и то, как вы к ним относитесь сейчас, вот, это совершенно не означает, что вы пытаетесь их удовлетворить, к сожалению. Я бы сказал даже, что наоборот, несколько. Вот. То есть я бы сказал, что это попытка не удовлетворить, а наоборот убежать от них. Вот. Судя по тому, что у вас появляются все новые и новые желания, ну, тут мне кажется, все достаточно очевидно. Вот. Очевидно, что от своих настоящих желаний вы, вероятно, убегаете просто. Вот. И, соответственно, задачей психолога здесь как раз-таки и является возможность помочь увидеть вам свои настоящие потребности, которые у вас есть. Вот как-то так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.